Всем привет, с вами интернет-супермаркет «Твоя покупка». Сейчас мы сделаем для вашего удобства видеообзор карты памяти на 4 гигабайта фирма Silicon Power. Вот мы видим, в такой коробке приходит данная карта памяти. Это сторона обратной коробки. Здесь указывается, где она используется, для чего нужна карта памяти, для чего адаптер. Мы здесь видим карта памяти, ну и здесь впереди коробки написано и нарисовано, что используется в телефонах, MP3 плеерах, камерах, ну а также фотоаппаратах, ну и различных электронных устройствах, которые поддерживают данный тип и вид памяти. Адаптер служит переходником. Вот мы видим здесь даже в конце коробки, для того, чтобы вы могли сбросить информацию на ноутбук, компьютер, ну, или могли использовать карту памяти в фотоаппарате там, или видеокамере. На данную карту распространяется гарантия, так что при получении вы коробку не выбрасывайте. Но, конечно, случаев таких очень мало, потому что фирма хорошая и отлично себя зарекомендовала на рынке. Данная карта, здесь написано, что 4 класса. Это означает, что скорость передачи данных составляет 4 мегабайта в секунду. Вот это большая скорость. Вот я вам еще покажу. Доставать не буду, так как она запечатана. Здесь все видно прекрасно. Карта памяти с адаптером на виду. На коробке написаны предостережения. На этом все. Спасибо за то, что вы с нами. Заходите в группу, подписывайтесь, ставьте лайки. Всегда мы вам рады.